Настоящий новогодний праздник сегодня организовали для детей Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Детей ждала веселая праздничная программа, хороводы, конкурсы, а также каждому вручили сладкие подарки. Организатор мероприятия – региональное отделение партии «Единая Россия». Встречу с новогодними героями для детей провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья». В рамках реализации проекта партии «Единая Россия. Крепкая семья» ежегодно мы посещаем различные государственные социальные учреждения, посещаем детей на дому, это, как правило, дети из многодетных, малоимущих семей, дети, оставшиеся без попечения родителей. Поздравляем их с Новым годом, с Рождеством. Хочется отметить, что многие дети, они ждут этого дня.